Гуманная роса, ирландская баллада, написанная Кенноном Чарльзом О'Нилом, приходским священником из местечка Кюлку. Песня описывает пасхальное восстание 1916 года и призывает ирландцев бороться за свободу Ирландии, а не за интересы Великобритании на полях сражения Первой мировой войны. И вновь по долине еду сквозь туман, и сердце мое ранено болью. И простился тогда я с героями, каких не встречу более. И куда вы не привели меня, мои сны, на коленях я буду молиться за вас, за то, что рабство победили вы, о славной смерть, что встретили вы в туманной России.